едет номер 19, Анджей Мушинский на автомобиле Fiat 1100 1946 года выпуска. Хочу представить себе. А Анджей Мушинский, известный скульптор, художник, представляет город Белосток. И, конечно, клуб «Мокро ретро». Анджей Мушинский регулярно раз в год проводит знаменитые спортивные состязания ралли-погони, является командором этого ралли. Поприветствуем Анджея Мушинского, скульптора, художника, талантливого человека и потрясающего автомобилиста. Объемом 1100 кубических сантиметров, обладает мощностью 35 лошадиных сил. Итак, следующий наш участник на автомобиле Ханамар.